как необходимо делать ставки с помощью программы XGManager и как строить стратегии в ней. Для начала вам необходимо выбрать тур. Выбираем от 6 тура и выше. Программа найдет все матчи от 6 тура и выше, которые есть в базе. Дальше выбираем коэффициенты от 2 до 2,2. Программа также найдет все матчи, которые подходят под данные характеристики, да, то есть от 2 до 2,2 и от 6 тура и выше. Дальше выставляем условия XG90 0.3 max. Мне нравится параметр 0.3 max, я его часто использую, потому что новичкам с ним проще работать. Поэтому я новичкам рекомендую начинать с данных параметров. Они довольно простые и понятные, и самое главное, рабочие. Понятно, что в базе данных есть огромное количество различных других параметров, но самые... Ну, чтобы как бы сохранить ваше время, я сразу говорю, что лучше начинать с 0.3 max, либо с рейтингов силы. Это самые лучшие параметры, которые точно работают. Итак, вот я строю самую базовую стратегию. По сути, что я сейчас делаю? Это то же самое, что работать на нашем сайте с таблицами. Только смотрите, когда вы работаете с таблицами, вам необходимо просмотреть каждый матч отдельно. Например, играет Ливерпуль против Арсенала. Вы заходите на сайт, смотрите все эти таблицы и тратите огромное количество времени для того, чтобы просто оценить один матч. А таких матчей огромное количество, да? Вам необходимо зайти, каждый матч оценить. Играет, например, Ипсвич против Борнмута. Вы заходите на сайт, смотрите, как играет Ипсвич, как играет Борнмут, да? И ну, на это уходит огромное количество времени. А представьте, какое количество чемпионатов необходимо проверить. Так вот, XG Manager это сделает за вас. То есть XG Manager найдет параметры, найдет матчи, которые соответствуют всем параметрам, и вы будете видеть эти матчи. И, соответственно, XG Manager также отсеет все матчи, которые не соответствуют вашим параметрам. То есть вы просто не будете тратить на это время. Представьте, какое преимущество вы имеете с этого. И вот смотрите. Вот я построил какую-то базовую стратегию. Буквально за минуту. Смотрите, что мы имеем. 328 ставок. Профит почти 20 номиналов. Сейчас прогрузим график, посмотрим, как он выглядит. Но мы видим уже ROI 6% по линии открытия. Отличный результат, учитывая, что я только начал строить, минуту всего потратил. Выбрал обычные базовые параметры и уже имею результат 20 номиналов за 328 ставок. Вот график. Смотрите, график по линии открытия. Нормальный график, учитывая, как я уже сказал, что я только начал строить стратегию. Понятно, что стратегию можно еще улучшать, добавлять другие параметры, менять значения параметров, может увеличивать, возможно уменьшать. То есть все в ваших руках. Самое главное, что данная программа экономит огромное количество вашего времени на анализ. Вам не нужно делать анализ. А что еще самое любопытное, что программа присылает вам ставки в Telegram-канал. Вы настраиваете бота, и данный бот находит вам все ставки, которые соответствуют, то есть все матчи, которые соответствуют данным параметрам. Если матч соответствует всем параметрам, например, от 6 тура и выше, P1 от 2 до 2,2, значение XG90 0.3 max и XGA90 0.3 max соответствуют, то данный матч присылается в Telegram-канал. И вы сразу можете делать ставку. Для тех, кому непонятно все то, что я показал, то пишите в комментарии под видео, задавайте любой вопрос, с радостью ответим. Подписывайтесь на Telegram-канал, ссылка на который есть в описании. Обязательно подписывайтесь на канал
на YouTube, ставьте лайк, смотрите наши старые видео, там огромное количество полезной информации, и ожидайте новые обучающие видео.